есть, где во время... Время минометного обстрела пострадал наш коллега, спецкор ВГТРК Игорь Корнелюк. По последним данным, он сейчас в первой областной больнице. Пока не ясно, насколько тяжелое ранение. Его оператора Виктор Денисов сейчас направляется в больницу. Он жив. Вот кадры, которые он снял на месте обстрела. Ага. Видео, которое вы видите на своих экранах, исходный материал, который снял наш оператор на месте обстрела в Луганской области. Виктор Денисов жив. Наш коллега, корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк сейчас находится в первой областной больнице. Это кадры видео, снятые прямо во время этого обстрела до монтажа.